Здравствуйте, уважаемые подписчики официального видеоканала компании Lab Group Россия. Меня зовут Андрей. Меня зовут Юрий. Lab Insight – это серия обучающих видео по кабельной продукции. Мы будем давать инструкции по различным операциям, от обжима и маркировки кабеля до монтажа кабельных цепей. Сегодня мы представляем вам обзор кабельных вводов. Кабельные вводы нужны для герметизации места ввода кабеля и защиты его от растягивающих усилий. Они бывают как в пластиковом исполнении, так и в металлическом. Кабельный ввод STM. Он выполнен из специального полиамида и имеет уплотнительное кольцо из хлоропреновой резины, что позволяет ему быть использованным от минус 40 до плюс 100 градусов. Он имеет различные марк-размеры и различные типы резьбового соединения, а также различные варианты цветового исполнения. Данный кабельный ввод также может комплектоваться контргайкой. Данный кабельный ввод черного цвета имеет специальную краску с добавлением сажи, что позволяет его использовать в условиях ультрафиолетового излучения. Данный кабельный ввод Skintop Click. Он предназначен для монтажа на тонкую стенку распределительного шкафа и монтируется с помощью защелки. Для защиты кабеля от растягивающих усилий предлагаем специальные кабельные вводы со специальной пружинкой, которая защищает кабель от растягивающих усилий и продлевает его срок службы в подвижном применении. Также для защиты от перегибов и продления срока службы кабеля используется кабельный ввод Skintop BTM. Для применения кабельных вводов в искробезопасных зонах мы предлагаем серию кабельных вводов Skintop Atex, которые отличаются специальной маркировкой и синим цветом. Для специализированных химических и температурных требований мы предлагаем вам рассмотреть кабельные вводы из латуни серии MSM. Они также могут комплектоваться контргайкой и быть как в обычном исполнении до минус 40 градусов, также в исполнении cold с герметизацией кабеля до минус 70 градусов за счет использования силиконового уплотнителя. Для соблюдения требований по электромагнитной совместимости предлагаем вам рассмотреть серию кабельных вводов Skintop Brush, который имеет специальную щетку для заземления экрана кабеля на корпус. В условиях ограниченного пространства при необходимости ввести несколько кабелей используются уплотнительные кольца серии Skintop DXM, которые имеют несколько отверстий под несколько кабелей. Для использования кабельных вводов в условиях пищевой промышленности мы предлагаем использовать серию кабельных вводов Skintop Hygienic, которые изготовлены из специальной нержавеющей стали и имеют уплотнительное кольцо из силикона. В условиях отсутствия резьбового соединения используются кабельные вводы марки Skindicht SE, которые имеют два отверстия под болтовое крепление. При выборе кабельных вводов нужно уделять очень много внимания именно вашим условиям применения и подбирать кабельный ввод, исходя именно из ваших требований. Оставайтесь в курсе последних новостей компании Lab Group Россия. Подписывайтесь на наш официальный видеоканал, а также следите за нами в социальных сетях ВКонтакте, на Фейсбуке и в Инстаграме. Благодарим за внимание!